7-месячную малышку нашли в находке на улице, а пьяная мама лежала рядом без сознания. О найденной крохе рассказали жители находки. Они позвонили в полицию и сообщили об этом. К моменту приезда полиции малышка находилась на руках у приморцев, а вот мать девочки без сознания лежала рядом. Женщину доставили в наркологический диспансер, где выяснилось, что у нее сильное алкогольное наркотическое опьянение. Горе-мать поставили на учет в отделение по делам несовершеннолетних, так как она пагубно влияет на жизнь и здоровье своей дочери. Также она состоит на учете в наркологическом диспансере. Оказалось, что в 2012 году женщину уже лишили родительских прав на 2 старших детей. Правда, тогда она жила в Спасске Дальнем, теперь там находится ее 16-летний сын, 12-летняя дочь и их отец. Ребенка же отправили в дом малютки. Сотрудники полиции обратились в органы опеки и попечительства. Они отправили им необходимые материалы, чтобы женщину лишили родительских прав на третьего ребенка.